Всем привет! Меня зовут Наташа Кулькова, и сегодня мы нарисуем человеческий глаз. В качестве наглядного пособия будем использовать свое собственное отражение в зеркале. Для начала нарисуем фигуру, которая похожа на лимон. А левый кончик будет утолщенный и обращен к носу. В этом месте будет находиться так называемый слезный мешочек. Теперь добавим верхнее веко, которое будет повторять контур глаза и утолщаться к внешнему уголку. Приступим к радужной оболочке. Впишем абсолютно ровный круг и сотрем лишнюю часть, которая прикрыта веком. После чего в центр добавим круг поменьше – зрачок. В его правой верхней части прорисуем маленький круг – блик от света. В процессе на каждом этапе сверяйтесь со своим собственным глазом в зеркале. Теперь закрасим зрачок черным цветом и приступим к заполнению радужной оболочки. Для этого заштрихуем его линиями разной длины, которые расходятся из центра. А затем изучим свою бровь в зеркале и попробуем повторить такой же изгиб на листе. В основании волоски будут плавные и одиночные, которые смотрят более вертикально, ближе к внешнему краю, брови гуще и направлены в бок. Осталось добавить ресницы. Посмотрите в зеркало и обратите внимание, что ресницы часто растут не по одной, а сразу по несколько штук из одной точки. Изгиб ресниц по аналогии с радужкой направлен в стороны из центра глаза. Остается добавить тени и полутени под верхним и нижним веком, а также под бровью, затемним тщательнее во внутреннем уголке глаза. Также в нужных местах можно растушевать затемнение. Глаз готов. При желании можно попробовать изобразить и другие части своего лица.